В этом году за школьные парты в нашем районе впервые сели около 1000 мальчишек и девчонок. По традиции, в конце первой учебной недели для них был проведен парад первоклассников. Нарядные, с шарами и цветами, юные школяры прошли по главной улице города до Театральной площади, где для них была подготовлена большая развлекательная программа. В параде первоклассников приняли участие более 800 ребят. В сопровождении своих первых учителей и сказочных героев они под восхищенные взгляды родителей прошествовали по улице Красной к центру города. Для них это особый праздник, ведь уже закончилась беззаботная жизнь дошколят. Теперь они ученики первого класса. На протяжении недели ребята знакомились в школе друг с другом, с новыми предметами, со своим учителем. Мне больше всего понравилась форма. Так и уроки, ну и все такое же, как в школе. Я очень люблю школу и буду хорошо учиться. Мне очень нравится в школе, потому что там рисуем, лепим, читаем, примеры решаем. Вот и стали малыши полноправными жителями чудесной страны знаний. И поведут их по этой стране чуткие учителя, мудрые наставники и, конечно, родители. Первый раз, первый класс, конечно, это волнительно, я такое ощущение, как будто сама пошла, но в целом все очень понравилось, форма красивая, учитель у нас очень хороший. Как будто сам переживаешь, как будто в школу сам идешь, тоже очень переживаешь за девочку мою, желаю ей, чтобы она училась на одни пятерки. На Театральной площади юных школьников поприветствовал председатель районного совета Григорий Литовка, глава города Александр Коновалов, директора школ. Взрослые поздравили детей с поступлением в первый класс, адресовали юным ученикам и их родителям самые добрые пожелания. Дорогие ребята, хочу вам пожелать всего самого доброго на вашем начинающем школьном пути. Пожелать вам терпения, здоровья, успехов. Будьте любознательны. На протяжении всего школьного периода с вами будут прекрасные вторые мамы, это ваши учителя, которые научат вас быть добрыми, грамотными. Чтобы этот день стал для ребят настоящим праздником, организаторы парада первоклассников приготовили для них яркую игровую программу и веселый концерт. Вместе с героями сказок и ведущей праздника Мальвиной первоклассники пели и танцевали, читали стихи, отгадывали загадки, участвовали в озорном флешмобе «Это я, это все мои друзья». Кто ватагой веселый каждый день шагает в школу? Молодцы! После концерта ребята прошли по познавательным станциям, где в интересной и доступной форме им рассказали о правилах дорожного движения, правилах безопасного обращения с электроприборами, об оказании первой помощи пострадавшему человеку. А также первоклассников ждали творческие площадки, где можно было позаниматься лепкой из необычных пластичных материалов, развивающих моторику и мышление, порисовать, попробовать себя в роли маляра и художника. В завершении мероприятия каждый ребенок получил сладкий приз – сливочное мороженое. Такой праздник, несомненно, запомнится малышам надолго и станет своеобразной путевкой в школьную жизнь. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».